Так, привет, друзья, наша уважаемая, дорогая, милая, красивая, умница, со всех сторон прекрасная Неля Зарипова, наш литературный агент, приехала специально сказать, что меня удостоили. Что книга, которая вышла у нас в этом 21-м году, получила статус бестселлера. Это вчера нам сообщили в издательстве АСТ шеф-редактор Татьяна Михайловна. Да, Татьяне Михайловне привет, пожелания здоровья, счастья и будущих успехов. Имеется в виду, что и следующая книга уже пишется, и наши участники, друзья, всем в нашей школе «Человек будущего Homo Futurus» приветствия и хорошие пожелания. Бестселлер был, оказывается. А это не просто делается, да, бестселлер? Ну а как же? Бестселлер – это серьезно, это какой? Да, это серьезный подход. Это о многом говорит, о том, что она и на широкой аудитории рассчитана, о том, что она легко написана, доступна. Ну, что многие люди ее востребуют. Да. То есть она второе издание уже пошло. Да, второе издание уже вышло в апреле. Да, второе издание. Первое вышло в феврале. А вот в прошлый раз, когда ликбез проводили, там на конкурс мы устраивали, кто получит... как в подарок, который выиграл на ликбезе, да? И сегодня мы подписали. Подписали, всех, прочитай, да. Пожалуйста. И подписали сегодня для Натальи из Кривого Рога, Сушко. Да. Подписали по просьбе для Лидии Андреевны Жоховой в Санкт-Петербург. Борису из Израиля была обещана книга, подписали. Каневскому, нашему, да, другу, участнику. И Марина Леонидовна из Краснодара, Григорян, которая, да, выиграла, последняя наша участница, ей тоже подписали. Завтра всем будут отправлены да, письма. Да, все получат. Да, все, да, получат и письма, да, с сообщением. Еще одна новость о том, что у нас на Красной площади сейчас книжный фестиваль. Завтра мы туда едем. И будем представлять... Неля едет. Да, я еду, буду представлять Хасая Магомедовича вместе с этой книгой. Я буду проводить завтра вебинар, потрясающий, потрясающий. Там, чтобы было озарение по заказу, как использовать сон, чтобы делать открытия творческие, решать свои проблемы, давно нерешаемые. Да, открывать состояние Творца, это вот будет супер. Вебинар. Это все во второй, да, книге будет, состояние Творца, это чтобы все умели вот так же рисовать. Книге, да. Не только рисовать, а решать математические, да, задачи, и танцевать лучше, и в личных отношениях преуспевать, вот как я преуспеваю. Видите, у меня цветник целый, у меня все, да, время дам. Девчонки. А для девушек это будет полезно, чтобы вокруг них все время было, как они будут, как магнит притягивать и отталкивать, кого не хотят. Чтобы знали, да? И вот эту книгу. Да, и вот эту книгу тоже мы завтра будем представлять. Да. «Национальная идея, наука Россия, человечности». Да, «Генератор будущего». Это мы тоже подписали сегодня. Да, мы сегодня подписали тоже ее для Софьи Станиславовны Клавда в городе, вот, Екатеринбург. Да, так что вот. До встречи, друзья. Спасибо, Нелечка. И вам спасибо. Вот, как говорится, с кем ведешься, от того, того и наберешься. Да. С хорошими людьми общаешься, и все получается. Ждите следующую книгу, в которой, да, будут все картины представлены. Да, в этой и состояние будет... Творца. Да. До встречи, друзья.